Имя Эйлин Фиск, я только что проснулась, а вокруг никого нет. Я не знаю, что происходит. Почему они все ушли? Попробуй найти хоть кого-то. Если вы меня слышите, пожалуйста, заберите меня отсюда. Я слышу, как что-то скребется за стеной. Эй? Кто здесь? Вы доктор? Почему все... Погодите. Я знаю вас. Вы Гаррис, заключенный из колонии. Вы убили ту медсестру. Помогите. Кто-нибудь, помогите мне. Умоляю. Помогите! Исследовательский журнал, старший офицер по науке доктор Кейн, запись. Меня очень тревожит то, что происходит в колонии. Уверен, это как-то связано с найденным обелиском, но как именно, не установлено. Почти у 40% колонистов замечены признаки психического расстройства. Наиболее явные симптомы – острая депрессия, бессонница, галлюцинации. В случае насилия и убийств указывают на растущую паранойю. Доктор Мерсер предложил доставить несколько больных на борт для обследования. К тому же психиатр колонии доктор Велланд признался, что не может объяснить происходящее, и зашел в тупик. Мне не нравится идея привлечь доктора Мерсера, но сейчас необходим его опыт. Нам нужно решение проблемы, и как можно скорее. Yeah.
Коды получил, все подходит. Слава богу. Я попытаюсь просмотреть записи капитана, а ты пока отправляйся к транспортной станции. Свяжемся уже там. Нужно разобраться, что, черт побери, случилось с этим кораблем. Одна из этих тварей пробралась в каюту капитана. Я сумел загнать ее в поврежденную спасательную капсулу. Так, ввожу коды доступа. Нашел бортжурнал. Что бы это ни было, все началось еще на планете, которую они расковыряли. Дрянь расползлась повсюду. Айзек, это не инфекция. Это инопланетная форма жизни. Да, у нас проблемы. Двигатели корабля не работают, орбита сужается. Немедленно отправляйся в машинное отделение. Я пока останусь здесь, найду, в чем загвоздка. У нас две проблемы, и времени в обрез. Первое. Топливо не поступает к двигателям. Второе. Вышла из строя гравитационная центрифуга, а это значит, что несколько триллионов тонн камня тянут нас вниз. Ты должен запустить центрифугу, возобновить подачу топлива и включить ускорители, чтобы я стабилизировал орбиту. Личный дневник. Исполняющий обязанности главного инженера Джейка Темпл. Запись. Прошло всего два дня с момента, как они вскрыли планету. Как погиб капитан. Паника, мятежи. Все это было только началом. Наши друзья, коллеги, они стали возвращаться. Изменившиеся. Возвращаться, чтобы убивать нас. Сегодня утром пропал Ракер. И я подозреваю, что он уже мертв. Моя команда. У них встают нервы.
Я присматриваю за ними, но сейчас появилась проблема посерьезнее. Мы теряем топливо, и двигатель стал работать с перебоями. Дендерс и я попробуем добраться до топливного отсека, посмотрим, что к чему. Темпл, конец записи. Висит скала весом 4 триллиона тонн. Без работающей центрифуги гравитация просто размажет нас от планету. Посмотрю, возможно ли ее починить. Обеззараживание завершено. Спасибо за ожидание. Зона гравитации. Зона невесомости.
Зона гравитации.